наши закрытые города даже мышь не проскочит, доказывает памятник города Заречного. А вы назовите другой город, где тоже есть памятник этому. Памятник пропуску в городе Железногорске загадали саровчанам участники из Новоуральска. На этапе разминки команды из городов присутствия Росатома задавали друг другу вопросы. Соперников определяли в процессе жеребьевки. В ответ команда нашего города придумала вопрос с подвохом. Пытались найти какие-то интересные факты и вот их обыграть в вопросе. Ну, получилось, что мы выбрали самый простой, наверное, и самый веселый вопрос о том, какую выпечку любил академик Сахаров брать в столовой. Ну, просто его бомба называется «Слойка», а вот мы просто решили просто пошутить. Во втором этапе вопросы командам задавали уже организаторы. Интеллектуальный турнир «День атомных городов» прошел в рамках проекта «Росатом вместе». Организаторы поставили очень интересную задачу. Они не ставили четких условий количества участников в команде, четких условий возрастных ограничений, принадлежности к тому или иному предприятию и так далее. То есть они предложили такое условие, что в кадре два человека, а за кадром может быть хоть весь город, который вы там соберете на центральной площади. Костяк команды нашего города составили сотрудники разных подразделений РФИАЦ в НИЭФ, которые неоднократно показывали отличные результаты на чемпионате Росатома. В вопросах по атомной отрасли помогли опыт и подготовка саровчан. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.